Привет, доброе утро. Сегодня я хочу показать одну сеть продуктовых супермаркетов в нашем городе. Называются они «Процит». Сразу скажу, что это не реклама. Почему я хочу ее показать? Потому что мне, поскольку я здесь живу, всегда удивляло, как подходит руководство супермаркета к разным праздникам в нашем городе. То есть как по-семейному, по-домашнему украшают свои магазины. И очень приятно на это смотреть. Всегда такие выставки, посвященные городу. И такого нигде еще не видела. И поэтому хочу показать вам. Вот так выглядит красиво. Украшено. Днем города. И тогда оформлены сцены, выдающие все места детские рисунки. Там написано «Город глазами детей». Еще один магазин. Вот мы увидели такое объявление. Всегда эта компания для детей организовывает разные праздники на улице. А где это будет? По улице Боровая, 94. 29 августа. Вот какой стенд посвящен городу. Огромный. И интересно, я думаю, вообще для жителей, местных жителей, очень интересно увидеть историю своего города, лица, соседей, знакомых. Коллег. Вообще очень интересно такие подборки. И вы видите, это совсем зашлуковый магазин, а здесь совсем по-другому оформлено. Кто у них этим занимается, как прикольно. И здесь тоже такая красивый стенд. Мальдивский Москва не сверкает, побеленный готов и копает. Мадонна, Регина, согласно природным естественным срокам, в лучах сентября наливается сока. Одеты туманами, рощи, долины, а в городе нашем любимые Регина. Мы уже напрасно стоит исходить и верх с природой, и Регина Регина. Вот такого я еще нигде не встречала, как относится к своему городу. Ну и у вас же это красиво для людей. Еще один, походу, один супермаркет. Не знаю, сейчас посмотрим, оформлено здесь или нет. Всем добро пожаловать. Поздравляем. Здесь, наверное, нету такой традиции, как тех, где мы были в магазинах. Мы нашли наши родные донецкие конфеты. Супер Контик. Еще золотая лилия. Я помню, какие конфеты у нас были. А еще, по-моему, такой вот были. И вот это у нас такие как живчик. Очень вкусные. Живинка. А еще у нас была бешеная пчелка. Но здесь таких нет конфет, конечно. Есть бешеная пчела? Только в этом магазине нету, но здесь есть, я видела. Много раз. Тебе нравятся наши конфеты вкусные? Только суперконтик лучше всех. Спасибо.